Ну что, друг, разве не поет у тебя душа? Птички, весна наконец-таки расцветает, все потрясающе, погода замечательная, уже летняя, у меня, например, 24 градуса, это что-то вообще невероятное, я живу неподалеку от Москвы, и для меня эта погода в конце апреля невероятная просто, даже рекорды какие-то бьются там в Москве. Короче, не об этом, я тебе специально дал послушать, насладиться, так сказать, природой, и дать послушать звуки вот ветра шквального, который вот тут на таком большом расстоянии тут на горе. Собственно, вышла Майна 2.0, и сейчас я тебя ознакомлю со всеми нововведениями. Я забрался на гору, чтобы, ну, вот, показать тебе звуки и еще раз насладиться прекрасным видом. Опять же, видом мы любуемся вон в той стороне, потому что если в ту сторону смотреть, там расплываются текстуры, но это недоработка движка. Понятное дело, блин, движку 20 лет. Не будем же мы придираться к старичку. Вот. Также из среди нововведений, тут неподалеку от горы, была добавлена винтовка Мосина, снайперская винтовка Мосина, которую можно бесплатно взять бесконечное количество раз. Для чего это было добавлено, не ясно. Стрелять, видимо, по гангстерам полицейским, которые пытаются тебя догнать. Ну, сомнительно, конечно, но пускай будет, почему нет. Смотри, как удивительно Томми ходит по этой скале. Такое ощущение, что у него вместо подошвы липучки, такое ощущение, что он получеловек-паук, полуанжел. Такой анжел-паук. Томми-паук. Либо у него магниты, и эта гора металлическая. Короче, можно очень много всего придумать. Кстати говоря, вот эта гора, так называемая гора Майка Мауса, она была впервые открыта в Эйтерне именно Кайзером. Потому что в предыдущем ролике я говорил, что она была открыта самим Майком Маусом. Нет, эта гора была названа в честь вот как раз автора первого глобального крутого мода к нашей любимой игре Alive мод. Вот. И модификация называется не Майнах, не Майнос, а именно что Майна. У меня с немецким всегда было очень плохо, хотя сдавал экзамены по нему и даже получил четверку. Даже не спрашивай меня, дружище, каким образом я ее получил. Я старался. Сильно старался. О, заметил? Заставочка изменилась. Да-да. Ну вот мы и добрались до первой неведомой локации. Ты видишь, видишь, забора-то нету, а все почему? Потому что мы можем туда пробраться. На Silver Flame. Тихо-тихо. Вот. Все в порядке, Томми. Ну, поздравляю тебя, ты остался без тачки. Эх, ты, блин, неуклюжий ты. И эта локация называется Круглое озеро. Почему? Ну, потому что тут есть озеро, и оно как бы круглое, хотя по сути оно овальное. Ну ладно, не будем придираться к таким мелочам. Эту локацию мы уже с тобой видели в Эйтерне, по-моему, то ли в 13, то ли в 14 версии это была добавлена локация. Вот, ну домик тут совершенно другой. Если ты помнишь, в Эйтерне это было что-то, какое-то непотребство с замыленными текстурами, короче, кошмар. А тут вот был добавлен настоящий домик. Смотри, тут добавлена аптечка, стоит $1000 все это великолепие. В дом мы, к сожалению, войти не можем, хотя, в принципе, нам и там делать нечего. Вот также тут зачем-то находится перевернутая повозка. В повозке, видимо, ничего нету. А, вот, в Этерне тут еще копошились, как копошились тут. Паслись коровки, тут же их нету. И также не советую тебе купаться, потому что если ты, например, в пещере, в озере, ты покупаться можешь, то тут ты... Я вызвал эвакуатор, и мою машинку подняли. Ху, я так счастлив, я больше никогда на тобой не буду издеваться. Почему? Куда забордели? Вот теперь все, теперь я точно на тобой не буду издеваться. Боже ж ты мой, я столько заплатил за этот эвакуатор. Эвакуировали-то с вертолета. Угу. Вертолет в 30-х. Конечно. Вот локация, каньон так называемый. Этот каньон тоже был в Этерн моде. Тут был труп, и у этого трупа можно было взять пистолет. Но не все так просто, да? Тут автор добавил еще одну пещерку. Вот она, видишь, спрятана за кустиками. Ух ты. Пусти меня в пещеру, пусти меня в пещеру. О, так. Этот проход чем-то мне напоминает проход в голову змеи. Как бы это жутко не звучало со стороны. Вот.
Так, причем проход прямо очень-очень-очень долгий. Ах ты, блин, Томми, ты всю голову, наверное, себе издубастил. Ай, больно ты как, а? Вот прямо я чувствую даже его боль. Даже болезненнее, чем упасть с такой высоты на Сильвер Флетчере. Ну, блин, броня от машин, так что. 11 хп потерял. Оп. Так, все выше и выше и выше. Архаровец наш поднимается. Смотри, как атмосферно от первого лица. Томми управляешь, вообще обалденно. А прикинь, если бы вот эти вот локации были наводнены какими-нибудь, не знаю, мутантами, собаками. Или хотя бы какими-нибудь отбитыми вражинами. У тебя не было бы огнестрельного оружия. На тебя бы нападали там с досками, с битами, с фомками. А то этих отбивался от первого лица. По-моему, было бы прикольно эта вот идейка вот автору. То почему бы не добавить это? И смотри. То есть мы из первой локации, из круглого озера, можем через вот эту вот пещерку перенестись в каньон. Блин, прикольно. Реально здорово. Ну, вот, собственно, это два главных нововведения. Пожалуй, что единственное вот нововведение, которое меня реально сильно порадовало, это вот эта вот пещерка. То есть связь между двумя локациями, это реально круто. А вообще, если оценивать все, ну, первую версию с этой, то, конечно же, пещера с озером, это вообще must have. Обязательно там еще покупаюсь в конце ролика. Ну, собственно, мы к нему приближаемся. Здорово, здорово. Не нашел я, правда, еще снайперскую винтовку, мощную. Непонятно вообще, для чего она была добавлена абсолютно, ну, как декор. Пострелять по голубям, пострелять по полицейским, поиздеваться над ними на большом расстоянии, возможно. Но, ну, практического смысла адекватного в ней никакого нет, конечно же. Оставлю комментарий, дружище, по поводу того, как тебе вообще эта модификация. Можешь писать свои пожелания автору, что можно добавить, например, в Майне 3.0, Майне 4.0. Такие вот долгоиграющие планы. Я думаю, что вот стоит конкурсные моды какие-нибудь делать, вот, например, в твоей локации. Вот, например, битва от первого лица, да, кто быстрее там передубастит кого. Вот, вот ты круче всех. Или, например, совсем извращенская идея, не нужно ее воплощать никогда. Кто быстрее покорит гору Майка Мауса? Как тебе? Да, мне тоже не очень. Ты смотри, отсюда можно выбраться! На каньон может... Да просто какой-то человек-паук невероятный. Ты чё творишь, а? Ну вот что ты творишь? Давай мне спокойно поговорить с ребятами, а? Ну вот зачем ты газуешь, а? Ну сдал бы назад, блин. Ой, ты ж можешь, ты мой. Да какая машина? У тебя мозгов ни хера нет. Зачем тебе машина нужна? Так, смотри. Там какое-то вот здание, оно уже неоднократно мне на глаза попадалось. Туда я же могу залезть? Давай попробуем. Причем он довольно высокого качества. Это было бы удивительно, если бы его, ну, просто для пейзажа добавили бы, правильно? Это было бы очень странно. Зачем такое высокополигональное здание, ну, по меркам мафии высокополигональное, добавлять туда, куда ты никогда не доберешься? Поэтому наверняка это дело рук Кайзера, да? Добавил сюда еще одно здание. Такое же, как и возле круглого озера. И вот таки снайперская винтовка нас тут ожидается. Ну понятно, понятно тогда все. Вот, и тут опять же можно сохранить игру. Вот снайперская винтовка Мосина, 23 патрона, ни хрена себе вот эта обоймечка. Ах ты, блин, у меня же Томас. 23 патрона, ага. Возьми. 5.20, понятно. И почему? Вы что такие добрые-то? Вы чё такие добрые? Они просто понимают, что они меня никогда не смогут поймать. Вот видишь? Сейчас, смотри, перезарядимся с тобой. У нас ноль денег. Денег абсолютно нету. Вот. Ну ты можешь бесконечно брать. Тут ты можешь сохранить игру. Непонятно для чего эти. Нужно что-то вообще пытаешься тут сохранить. Какой прогресс. Но ты это можешь сделать. Ну, как бы, собственно, это все нововведения, которые были добавлены в Майнос. В Майне, ладно, блин, ну просто хочется мне назвать Майнос. Прикольнее же. Майна. 2.0. Вот, давай под конец еще покупаемся в озере и, собственно, попрощаемся. Да что ж я так издеваюсь над этой машиной-то, а?
Нет, ты заслуживаешь гораздо лучшего хозяина. Даже наверняка Серджио Морелло не так издевался на своей тачке. И прокурор наверняка хулил и лелеял ее. Ой, ну ладно, неважно, это лирическое такое отступление. Я пойду купаться в пещерке. Пещерка не дам. Мне больше всего зашла именно пещерка из первой версии. Майнос. Майны. Все, все, я понял. Майна. Майны, точка. Вот, крутая пещерка, поют птички, благодать, спокойствие, душевный рай просто настоящий. Вот. Из глобальных нововведений, вот, которые вот реально вот меня прям цепанули, вот именно пещера с водоемом небольшим, это здание возле озера и здание, опять же, на горе, высоко проработанное. Ну и, собственно, что... Пещерка, с помощью которой можно дойти из одной локации в другую. Это реально классная идея, очень крутая. А вот если оценивать каньон, каньон все-таки я и так видел уже в Эйтерне. Озеро я тоже видел в Эйтерне. Так что меня особо это не зацепило. А вот проходы, озеро, домик, это, конечно, круто. Я надеюсь, что автор будет развивать все эти идеи. Будет там накладывать каких-то крутых... мобов, которых мы будем с тобой отстреливать, круто. Вот, будут новые конкурсы, новые сюжеты, интересные моды. Я вот реально это всего жду, потому что мы все-таки хотим играть, хотим геймплея. Вот. Ну, полюбоваться тоже иногда нужно, да? Но если я захочу полюбоваться, я наверняка посмотрю кино. Вот. Поэтому я надеюсь, что следующее творение автора будет геймплейное. Пока-пока, успехов, удачи и спасибо автору за его творение.